Друзья, всем привет! У нас сейчас будет очень такая вкусная еда, пицца, короче. Это нам подписчик задонатил, вот, и мы купили вот, смотрите, вот такую пиццу. Огромная пицца в коробке, сейчас я вам покажу. Не знаю, будет видно, не будет. Тихо, у нас ползет. Чуть-чуть больше. Вот, друзья, вот, смотрите, вот, видите, вот такая вот пицца. Вот, она весит 200 кило, называется «Баварская». Вот, и в общем, сейчас мы будем кушать ее. Так. Ну, вот так. Так, как-то надо, наверное, на тарелочку. Боже моя, тебе повезло. Хорошо, что не разбилась. Да. Ты на тарелочку положи себе кусочек, и мы уберем ее. Да? Да. Ну, и можем закрыть ее. Да, мы закроем. И будем так кусочки показывать. Вот, друзья, давайте вот я вам поближе покажу. Вот такая вот пицца шикарная. Шикарная просто. Ароматная. Так, еще у нас, смотрите, вот такая Кока-Кола. Настоящая Кока-Кола. Сейчас откроем ее, нальем. Да, давай. Просто еще возьмем. Да, сейчас нальем Кока-Колы. Давай, друзья, смотрите, открываем. Настоящая Кока-Кола. Так. Вот у нас будет такой мукбанг. Кушаем пиццу и пьем Кока-Колу. Да, с освещением, конечно, кадр вообще шикарный, да? Угу. А ты камеру прижал? Да. Пахнет, когда оно классно. Друзья, ну что, давайте кушать. За нашего подписчика. Да, за нашего донатера. Да. Спасибо большое за праздник. Да, так. Будем кушать. Вкусно очень. Вкусно, да? Мне нравится, что она с солеными огурчиками. Да? У нее какой-то этот... Сыр. Майонез какой-то, соус вкусный. Да? Интересно, мягко. Тут, наверное, горчица еще. Да, да, там горчичный соус еще. Очень чувствуется. Вкусненько, да? Вкуснотища, да? Ну да, она как-то вот эти соленые огурчики какой-то такой своеобразный вкус придает, да? Класс. И тесто мне нравится очень вкусное. Такое пышное, пропеченное, хорошо. Да, оно прям тает во рту. А с колой вообще бомба. Классно, да? Покажи свой кусочек в кадре. Смотри, упадет. Не дырвачка так сильно. Пусть YouTube выберет такую картинку. Очень вкусно, друзья. Обалденно. Тебе нравится? Может сказать, да. Она какая-то прям сочная.
Да, глянь, правда, как с освещением. Картинка какая хорошая. А я тебе что говорила? Пицца вообще супер. Нельзя не соблазниться. Мы ее забирали, она еще горячая была. Угу. Ну, тут чувствуется горчица, да? Копченость прям чувствуется. Да? Видимо, колбаска копченая. Не просто копченая колбаса, а именно у них как будто как. Или это что-то жарили. Но ощущение, как будто колбаску подкоптили. Они жарят там шашлык. Ну, это баварские колбаски. Может, они такие подкопченые, может, они и есть такие. Ну, просто я помню, какую мы ели. Там был дунок. Ну, а да. Это вот прям настоящая подкопченая. Ну, друзья, очень вкусно. Угу. Вот это сарафов, да? Да, да, я возьму. Возьмешь? Смотрите, друзья, какая красота, да? Как красиво, аппетитно выглядит. Вообще пицца большая, пышная такая, знаете, вообще. И очень вкусная. С кока-колой вообще шикарно. У нас сегодня праздник. У нас тут перед нами гирлянды, елка. Красота. Да, вот с кока-колой вкусно, да? Куски такие огромные. Так, друзья, сейчас еще колу налью. Как он не разбился, этот стакан? Зато интересно, упал в кадре. Будет как этот, как у того парня. Давайте подумаем. Вообще спица сразу. Смотри, как пузырики это играют, да? Кока-кола спица вообще шикарная, да? Пицца прям свежайшая. Ну, она чисто вкусная. Горячая еще была. Блин, она такая прям сытная такая, чувствуется.
Ну, это пышно. Да, пышно, да. Пышно, сочно. Да, друзья, вкусно. И тут еще, ну, сыр в этой пицце, он такой, знаете, расплавленный, такой вот именно, очень нежный по вкусу. Такой у сыра такой, ну, сливочный такой вкус. Даже отдельное тесто. Классно. Как будто булочку ешь. Ну, да. Ты только один кусок, я уже два съел. Угу. Ну, медленно. Угу. Тщательно прожевывал. Угу. Сейчас мазончик включим. Угу. Быстро очень большая, да? Угу. Восемь кусков, это где-то на 4 человека. Да, по 2 куска, да? Угу. Ну, мы можем по 3 куска сами съесть и 2 куска везде оставить. Ну, вот. Я 2, наверное, съем только. Подать тебе? Угу. Я не уверена даже, что я 2 съем. Друзья, смотрите, какая красота. Огурчики. Вот тут, кстати, внутри еще ветчина, что ли. В баварских колбасках, как да, будто еще ветчина. Да, внутри. Да, 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 да. Там, и написано было, что ветчина. Помидорки. Вот так это все выглядит красиво, аппетитно. Очень вкусно, ароматно. Я уже наелся, честно говоря. Да, 2 кусочка выше крыши. Мы с тобой давно пиццу не ели. Угу. Я ела на день мамы, но я не помню, какую-то, ну мы не баварскую покупали. Какую-то другую, ну тоже вкусная была. Конечно, с горчицей вообще огнище. Так столько народу много в кафе, да? Ну, там всегда много народу. Всегда, да? Как не зайдешь, там даже какой-то день мы с тобой
То ли это было 4 января, не помню. Mm-hmm. Я помню, что мы с тобой подошли, а там уже целая толпа на улице стояла. Да. Помнишь? А, ну да, да, да. Mm-hmm. Да, это было сразу после Нового года. Это, кажется, или 2 число было. Или 4, mm-hmm. да? Наверное, или 3, или 4. Наверное, это было 3. Мы как раз с тобой хотели узнать, Гера, mm. работает или нет 4. Ну, я объелся. Кушай, любовь моя. Сейчас приедешь и будешь опять раз в день кушать. Ага. Можешь вспоминать эту пиццу. Потреть видео, да? Я объелся. Шо бы я так жил? Да. Еще 100 лет. Да. Друзья, реально, вот уже 3-й кусок я доедаю, но я уже объелся. Уже просто как-то не, ну, не хочется его оставлять недоеденным, да? А то жена наругает. Она вкусная, она очень сытная. Тесто такое пышное. Ну, свинка прям такая. Ну, пиццу они хорошо делают. Да, вкусная у них пицца, да? Роллы я у них пробовал не очень. Роллы не очень. Вот шашлык я еще не пробовала у них. Ну, кстати, у них чуть подешевле, чем Гера. Ну? Не 140, блин. Угу. Но как я не на вкус, не знаю. Ну, друзья, реально я объелся. Действительно, это праздник живота. Мне так нравится вот этот копчененький вкус. Угу. Копчененький с горчицей. Любители покушать. Ой, я правда обожрался. Наверное, 3-й кусок надо было потом. Лишнее было, да? Я 2-й еле-еле доедаю. Да? Угу. Ну как тут похудеешь, да? В Москве похудеешь. Может быть. Ну ладно, друзья, это вот у нас был такой мукбанг, да? Пицца и Кока-Кола. Вот, вам огромное спасибо за просмотр. Счастья вам, здоровья и удачи.